Так, ну еще пару слов. Значит, сделан демонтаж этой комнаты. Вот здесь аккуратно все собрано. Получилось 103 мешка. Еще раз покажу, то есть зачищен полностью потолок, зачищены стены. После того, как все собрано, после этого только начинается вскрытие полов. Вот здесь уже я разобрал частично доски. Сейчас они будут распилены пополам. И сегодня мы вывозим исключительно дерево. То есть вот накопилось довольно много дерева. Вот это все у нас сегодня вывезется. Плюс доски с пола по максимуму будут сняты и вывезены. Еще небольшой нюанс по поводу мешков для мусора. Мешки всегда берем белые, бэушные, но я всегда рекомендую брать мешки вот такие. Это из-под зерна, либо сахара. Из-под зерна это идеальные мешки. Стоят они 8 рублей. Заказчик взял мешки из-под муки по 6 рублей. Всего на объект взяли 500 мешков, то есть экономия 1000 рублей. Но из-под муки сами по себе мешки пыльные, покрытые пылью мучной. Соответственно, при выносе проблема идет не от строительного мусора, а непосредственно от самой муки. Сейчас пойдем вниз, я покажу, какие это создает проблемы. Так, я вот со второго этажа сниму. То есть вот на улице видно вот это вот белое большое пятно, где были складированы наши мешки. Так вот эта вот белизна вся, это именно мука. Поэтому если бы мешки были чистые сами по себе, то вот такой бы порнографии не было. Ну а теперь соседи обоснованно имеют некоторые претензии. И как это не подмести, ничего, только ждать, пока дождем смоет. Вот как-то так. Вот еще с этого ракурса, видите, да? Вот это все белое, это мука. Вот такое вот гигантское пятно получилось. Вот это нормальный асфальт, это асфальт с мукой. Так, очередное включение. Продолжаем демонтаж. Прошел день. И хотел бы показать, как внезапно может оказаться больше мусора, чем планировалось. Квартира, еще раз, 50 квадратов. Вот. Изначально планировалось, что здесь будет 4, может быть, 5 машин. Мы заказываем по машины китайцы, 12-кубовые или 4 тонны. Вот. Вчера вывезли много дерева, но опять же, все дерево не вошло, еще осталось. Но хотелось про другое показать. Вот сейчас выбираем подсыпку между балок. Вот она. Вот так вот она выглядит. Такой вот слой. То есть примерно 15 сантиметров, да еще и с горочкой. И мешков у нас изначально было куплено 600. Сейчас есть большое подозрение, что их не хватит. Хотя сначала казалось, что будет мешков 50. То есть вот здесь у нас уже 200 мешков. И вот здесь сейчас уже нафасовано 50. И это вот всего лишь вот с этой площади, вот видите, где зачищены балки, да? То есть вот с этой площади 150 мешков. Еще 100 мешков это с штукатуркой еще. Вот, поэтому всегда непредсказуемо. Всегда заказчиков об этом предупреждаем. О том, что сколько машин, к сожалению, заранее неизвестно. Еще раз скажу, здесь планировали 4-5, сейчас уже, дай бог, уложимся в 6 машин. Но есть подозрение, что, возможно, будет и 7-я машина. Потому что, вот смотрите, здесь темновато, конечно, но видно. Значит, унитаз, где был туалет. Здесь бетонная стяжка примерно 15-20 сантиметров. Вот, считайте, только одна эта стяжка, это примерно мешков 15, наверное, будет. Ну, по весу имеется в виду. Все. Так, еще у нас небольшой нюанс есть. Прежде чем делать полы, сегодня должен подойти сантехник местный. И мы должны решить проблему вот с бегущей батареей. Бежала, кстати, она еще до начала демонтажа. Вот, ну, во время демонтажа, может быть, чуть интенсивнее стала бежать. Вот, допустим, ведро вчера я вечером уходил, оставил. Вот почти больше половины ведра набежало за ночь. То есть такое оставлять ни в коем случае нельзя.
Поэтому придет сантехник, либо краны, но, скорее всего, просто пока времянки бросят на стояки. Сделаем полы, смонтируем, потом уже будем заниматься утоплением стояков в стены. Все, я думаю, еще день-два параллельно будет заказан профлист и начнем уже монтаж пола.